Друзья, всем добрый день. С вами, как всегда, я, дядя Федор из Германии. И сегодня мы опять на огороде. Но сегодня выходной, работать мы не будем. Мы просто отдыхаем. Вон, видите, Цезарь лежит, отдыхает. И мы тоже отдыхаем. Огород наш выглядит уже совсем по-осеннему. Видно сразу, что уже осень наступила. Уже ничего толком не растет, только цветочки цветут, да. Листики опадают. Вон, даже цапля и то не хочет стоять, упала. Одна, другая. Падают уже. Все, не хотят. Утки тоже в пруду на боковую легли. Даже гномик уже спать улегся. Упал. Короче, наступает осенняя красота на огороде. Все потихоньку убираются, все складывается. Здесь каждый день будем теперь листья убирать, собирать попавшие. Здесь в горшке олеандр рос. Теперь выросли два вот таких куста послена. Откуда они берутся? Их никто не сажал, они сами вылезли. И уже ягоды вон. Вот такие вот кусты. Скоро даже палатку придется уже снимать. Когда дожди пойдут такие. Все убирать, заносить. Каркас, конечно, останется. Но это еще будет не скоро. Что-то не видно орехов. Не падает, видать. Или их вообще нету. Даже на дереве не видно их. И Цезарек. Цезарь, иди сюда. Иди сюда, малыш. Старенький песик. Здесь в этих горшках тоже послены растут. Они везде. Здесь и здесь. И тут вырастают. Короче. Везде растут. Ой, орешек упал. Вот с этого дерева. Здесь еще кое-что есть, какие-то орехи. А там сзади нету вообще ничего. Ну, все перекопать, но жалко цветы вырывать. Они еще так хорошо цветут. Пускай еще стоят. Здесь все тоже заросло. Закроем, чтобы собака не выходила. Ничего не изменилось. Кисы, кисы, где вы? Кошки, покушали? А? Кися, ты покушала?
Немножко покушали, немножко оставили, да? Иди сюда, иди сюда. Красавица, иди сюда. Да. Прячется, боится камеры, да? Ты камеры боишься? А? Иди сюда, на, кушай. Сытые. Если бы они голодные были, бы они уже все съели бы. Здесь я тоже посыпал это семена горчицы. Уже вон пролазят. Здесь они вон такие большие выросли уже. Горчица. Попозже можно ее перекопать, закопать. Чё в этом огороде у нас, в этой теплице, томатики висят. Такие интересные томаты, все как будто бы волнистые, сморщенные, некоторые гладкие, вот как вот этот. Вот. В основном в этом году у нас вот такие длинные томаты какие-то, и желтых много. Вот бычье сердце. Мало. В прошлом году у нас вот этих томатов на улице много было. В этом году мало осталось. Желтые такие. Надо желтых поменьше сажать. Я их что-то не очень люблю. Желтые томаты. Мне больше красные, вот эти розовые, прикалывают. Эти две ветки огурчиков, они еще листья зеленые, огурцы вон какие, но мне кажется, из них толку не будет. Как мне пройти к этим кабачкам, посмотреть? Вот отсюда пройду. О, шиповник. Розы отцвели, шиповником стали. После Ирминой чистки здесь уже она все листья пообдирала. Кабачков не осталось. Он один желтый лежит. И рядом вот такой вот паук сидит. Побежал. Ух-ух-ух. Эту грядку еще надо всю перекопать. Ой. Не знаю, как я буду копать. Здесь одни корни, корни. Трава, трава. Кое-где цветы. Не знаю, придется все перекопать. Все цветы уничтожатся. Тут и пионы, и вот эти ирисы. Корни. Розы. Кое-где. Все это перекопается. Может быть, по новой опять. Эти корни воткнем, посмотрим. Здесь у нас это ливень. Может, все это убрать, так и сделать, и картошку на следующий год досадить до забора, до сюда. Но этот ливень придется пересадить.
До следующего года еще доживем ли? Посмотрим. Шланги надо будет собрать, уже поливать не надо. Виноградники у нас тоже уже засыхает, все виноград, который есть, мелочь. Вот такой мелкий, но он сладкий почему-то. Сладкие ягоды. Вот такой мелкий, сладкий. Вкусный. Цветочки еще растут. Ну, виноград этот надо уже скоро подрезать. И на зиму его приготовить. Яблонька стоит. Сколько яблочек было? Немного. А теперь осталось только два. Остальные все так потихоньку и попадали. Вот один стоит, висит яблочко. И вот здесь одно яблочко висит. А так больше нету. Розы еще цветут. Что-то прошло. Я думала, Цезарь туда побежал. Здесь цветочки растут. Эти желтые уже отцвели все. Может быть, тоже уже надо будет срезать. Эти тоже скоро срежем. Там белые вот эти астры расцветут. И здесь беленькие будут. А может рыжие, не знаю. А с речки, да? На этом винограднике тоже, вот этом кусту, такой сладкий виноград. Ну да, это чтоб мелкий, мелкий, но сладкий. Ой, оторвался кустик. Такие фиолетовые остались у точки, а у нас еще вот здесь вот такие красные были куст. Уже его нету. Один цветочек он вылез. На этом орешнике очень много было орехов. Но ветки я уже все нижние посрезал, а то они такие раскидистые были. Аж вот здесь до земли доставали. И все было, вот эта терраска была постоянно в темноте. Теперь я пообрезал вот эти ветки. Все. Ведь почему-то урожай перестал таким быть обильным. Наверное, что-то повредилось. Что-то повредилось. Вот такие цветочки еще цветут. Короче, еще кое-что есть. На огороде помидоры еще не все созрели. Я думаю, огурчик сегодня какой сорвал красивый.
Моя воскресная прогулка продолжается. Мы уже вышли с огорода и идем к направлению к дому. Цезарь мне вперед тянет. В машине не хотел домой ехать. Пришлось мне с ним пешком идти. Мы идем вот так через сад. Такие тучки черные набегают. Опять, может быть, что-нибудь будет. Этот прям тянет, как будто бы уже он осмысленно куда-то надумал идти. Погода пока еще стоит хорошая, теплая. Правда, вечерами, ночами еще уже холодновато. А так днем еще нормально. Не знаю, сейчас он куда нам направился. То ли домой, то ли на речку. Ну, на речку я его не пущу сегодня. Не хочу, чтобы он мокрым был. Прошли этот весь сад. Спускаемся сюда к дороге. Чуть-чуть на короткий поводок, чтобы дорога была не так опасна для него. Здесь есть подземный переход, но мы всегда идем по верху. Сегодня выходной, такого движения нету большого. Проедет изредка одна машина. И все. На той стороне собака движется. Цезарь уже уши навострил. Идем, 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 идем. Ох, как он прям рысью. Унюхать надо. Что за собака прошла? Аж гребет. Надо все унюхать. Ну вот мы уже. Сейчас скоро подходим к дому. Прогулка наша закончилась. И всем я вам желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, мира во всем мире. Кто не подписался, подписывайтесь на канал мой. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, можете дизлайк поставить. На этом я заканчиваю. До следующего ролика. До свидания. Пока-пока.